15 минут о красивой жизни, стильных людях и позитивных явлениях. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». День рождения имидж-студии, респект, гала-шоу, событие яркое и по форме, и по содержанию. Фрагменты незабываемой вечеринки в репортаже Beauty Time. Лена, вау, то, что я вижу здесь, это потрясающе, это очень необычно. Я могу только восхищаться уже с того, что как мы вошли, какая встреча и какая организация, но Лена в этом вся. Поэтому мы приехали с удовольствием ее поздравить с этим юбилеем. Подобного рода мероприятия в нашем городе практически никогда не проходят, настолько яркие, настолько красочные. Вот она как начала работать 25 лет назад, вот она работает лучше, лучше и лучше. Это редко. Она держит такой столичный уровень, европейский уровень. И соответствует, я считаю, таким мировым стандартам. Травмы ей нет. Я желаю ей процветания дальнейшего
у нее очень много учеников, у нее очень много последователей, и она стабильно работает в течение всех этих многих лет. Наша дружба с Еленой Ивановой длится очень-очень много лет. Это моя самая лучшая, самая верная подруга. Но кроме того, что это подруга, это, вы знаете, это женщина совершенства, это женщина-идеал. Она такой несет творческий потенциал, такую красоту в город. И благодаря ей, ее студии, мастерам, мы каждый день купаемся в роскоши и красоте. Я не буду вспоминать, сколько лет и сколько времени мы уже дружим, но это вечность. Вспоминаю, что мой мастер-класс здесь, в Челябинске, был на ура. Вот, я остался ужасно доволен. Во многом благодаря только ей. Я с ними знакома уже 15 лет. Просто благодарность велика. Меня приучили к красоте, что-то поменяли во мне, то есть изменилось полностью где-то что-то. Мы познакомились, ну уж точно больше 15 лет тому назад. Познакомились здесь, в Челябинске. Я ездил в большой тур с многократной чемпионкой мира и Европы Ольгой Бурмистровой. Она и, ко всему прочему, была партнером и остается хорошим другом. Вот, и Венером Анваровым. И вот, соответственно, в рамках этого турне я приехал сюда, в Челябинск. И много лет назад мы познакомились. Вообще нужно сказать, что из фэшн-индустрии имидж студии и сама Елена – это такая визитная карточка Челябинска. Не только для страны, но и, наверное, в мире. Потому что, учитывая ее, так скажем, бизнес-связи, какие-то интересы, ее знают, конечно, многие люди из этой индустрии. Лучшие марки представлены именно в Image Studio. Как говорится, шик, блеск, красота. Это ода красоте в деталях. Я старалась здесь, за кулисами, для того, чтобы они почувствовали то, что бы я хотела, чтобы они почувствовали.
поддерживаю. Я хочу ей пожелать только самое главное, чтобы не терялась эта ее жилка, которая у нее есть. Новых успехов, удач, интересных, необычных, неординарных, всего того, что она сама себе желает. А мы ей в этом поможем. Успехов, любви, и она просто молодец. Я ей восхищаюсь, горжусь. Желать чего-то она всегда сама ставит себе очень большие перспективные цели и никогда не остановится на достигнутом. Чтобы много работали, много клиентов было. Желаем, чтобы имидж-студия проработала минимум 200 лет. Я от всей души им желаю дальнейшего процветания, добрых, лояльных, ценящих их труд клиентов, чтобы они отпраздновали как минимум еще 30-летие, а возможно и 50-летие. Еще встретиться через 25. А соответственно прожить эти до 25 достойно, прожить в здравии, ясности, здоровье, любить свою семью. Я знаю, что семья ее безумно любит. Просто безумно. Безумно переживала, очень старалась. Но на самом деле я безумно счастлива. От того, что это состоялось, от того, что я вижу у людей в глазах восторг, у людей в глазах благодарности. И, я счастлива, что это случилось. И все наши усилия, вся наша работа, она была проделана недаром. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова, 159. Говорят, что творчество сегодня присутствует во всем, и не только люди искусства черпают силы и вдохновение в каком-то творческом начале. Один из примеров тому – репортаж с выставки, которая открылась на прошлой неделе в Челябинске. Быть художником в 21 веке значит обязательно хотя бы раз в жизни устроить свою персональную выставку. Исключением не стал и Василий Важенин, который впервые за 20 лет своего творчества собрал все свои произведения в одном месте, разделив их на творческие периоды. Я современный художник, можно сказать, модернист, да, который в поиске какой-то современной, уникальной техники, которая не повторяется каким-то другим художником. То есть так, чтобы можно было меня идентифицировать на фоне других художников. Долгое время работал, смотрел, что мне нравится, как выглядит. То есть я всегда отношусь к
произведению искусства, как к предмету, который может смотреться в интерьере или служить человеку эстетическим каким-то очагом, который может его греть. Поэтому я искал пути того, чтобы создавать какое-то уникальное, что-то современное, что-то необычное. И так или иначе, вот это все привело вот к тому, что какая-то техника сформировалась, которая присуща только мне. Поддержать автора пришли не только родные и близкие, но и люди, неравнодушные к современному искусству. Я сейчас первый раз знакомлюсь с таким творчеством. Во-первых, это какое-то уникальное, свободное художество, я бы сказала, от всех рамок таких, которые существовали в наше время, да и сейчас еще существует. Поэтому приятно посмотреть, познакомиться. Очень приятно, что у людей такого масштаба есть не только бизнес, но и реализация в творчестве. О выставке я узнала лично от Василия Важенина. Он пригласил. Я думаю, что здесь таких людей очень много, кого он пригласил лично. Очень здорово, что мы видим сейчас и наполняемся тем творчеством, что он привносит яркие эмоции и жизнь в суровый индустриальный город Челябинск. Вот смотрю на картину, напоминает очень Вайзовского, только с грудой красок и эмоций. Ну, на самом деле, я редко хожу на выставки, но на первом этаже мне очень понравились работы именно сочетания цветов. Ну, я думаю, что отношение к современному искусству – это вопрос мнения человека. И у меня особо пока этого мнения нет, оно формируется. Но работы здесь мне понравились. Открытие выставки – это всегда церемония с приветственными словами и авторской презентацией работ. Это событие запомнится гостям живыми выступлениями музыкантов и арт-перформансом с участием зрителей. Среди участников открытия – юные таланты детского фонда «Андрюша», куда поступят все средства, собранные от продажи картин в этот вечер. Профтерапевтическая клиника «Формула», эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова, 159. Студия красоты «Гуфа». Подготовим к работе и празднику за один час. Гуфа. Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. И еще больше сюжетов о красивой жизни на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу beautytime_tv. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта «Модный дом Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой.